Добрый вечер, дорогие друзья, канал Y1 в 30. Так, с вами Юра, я вот продолжаю проходить Бога войны. Второе прохождение, я заболел, рядом со мной мои друзья Алекс Фриман и Серега. Они играют в свои игры, Алекс играет в FIFA, а Серега играет в Rainbow Six. Вы там не думайте, что они будут материться, это нормально. Вот так вот. Ну чё, Лёш, как игра идёт сейчас? Да, пока разминка. Ну, уже игра начинается. Ну, неплохо. За кого будешь играть? За какой-то неизвестный английский клуб, где я в аренде состою. А так я за ЦСКА Москва играю. Неплохо. А я тут, блядь, орды, блядь, скелетов, блядь, на меня напали. Потихонечку кромсаю. Прохожу эту игру на высоком уровне сложности, так. Буду, Лёш, собирать все вот эти секретки, предметы богов. Если тебе будет интересно, так можешь посмотреть, может тебе для платины пригодится. А ты на каком уровне сложности проходишь? Я на Титане играю. Нормально. Я на хаосе игру прошел и... Это было жестко. И как впечатление от хаоса? Леш, ну ты бы видел. Я матерился намного чаще, чем ты. Хотелось даже джойстик, блядь, телевизор кинуть. Но я давно не играл в Бога войны. Вот. Поэтому я, может, даже буду и проебывать на высоком. А ты, Лёх, так на высоком и не прошел, да? Нет. Застреваю. Проигрываю. Ты... В Bloodborne не проигрываешь, а тут проигрываешь. Там лежать, сука, работает, талон, пидорасы. А, да, это будет Серега. Ох, ты, сука, сзади. Ты смотри, ну, сука, за все сторону. Да ёбаные бараны, блядь. Кто как, ты не сдох, я тебе в бошку. Сука, ладно, хуй с тобой. Записка, царапанная. Да тебе, тебя, чужая. Это ёбаный, блядь. Не, на максимуме это пиздец играть. На изи, да, перейдем? Блять. Так хорошо начиналось. Ну, всегда так начинается. Начинаем за здравие, а кончаем за топ. О, почти 40 уровень. Еще 10 левелов и трофей получишь. Во-во-во-во! Да ты ёб твою мать, что делаешь? Да, кроссовка такая появилась. Чё? Ах, горбун. Стандарт. Тут должен выиграть, блядь. Фур. Ну чё, глаз, погнали. Да ты сука! Ты, блядь, в каком заводе изготовлен, блядь, с китайскими ногами? Хуеплёт ёбаный, блядь. Да, ребят, короче, тут жестко, конечно, тут столько матов и... Ты куда поставь, ты сука? А вы, ребята, голосуйте в комментах и ставьте лайки. Вот с Лёшей и Серёгой делают подобное прохождение или просить всё-таки Макса? Да ты баран тупорылый! Выпрёшь. Пиздец! Чуть не случился. Блять, женские обнятия, блять. Обнимание со стороны Горгона. Что-то меня
не очень-то нравится. Ну, пока я держусь хорошо. Молодой человек, а что вы тут делаете? Вы не знали, что сегодня библиотека закрыта, читальный зал не работает. А не подскажете, как пройти в библиотеку до 3 ночи? Как ты меня сзади обошел? Смотри, я не такой. Девушка, не подскажете, как вам проехать между ног? Так, я остановился на пару. На пару минут, да? Да, круто. Террорист не понял, что он делает, ладно? Ну, те же, сука, вы, гандоны, блядь. Когда вы нужны, вас нет, а когда не нужны, вас дохуя. Мне пас, мне пас, ёб твою мать. Защитник, гандон, блядь. Оу, хедшот второй. Ой, нихера. О, ёб твою мать. Нихуя себе. Короче, а тут, короче... Летсплей только, короче, перематерит, да? Твою. Пока лидирует Лёша. Ланата. Сейчас возьму. Нет, я не твой. Я напиши всё. Ой, блядь, этот лук. Да сорока свинья! Ты, короче, перефой просит, чтобы дал ему подкурить. Куда, блядь? Да чё ты, сука, делаешь, блядь? Всё, вспомнил. С вами Леснов, судья Гандон. Ребят, вы здесь? А я вас нашёл. Чё давай, малыш, поджигай эти заросли. Отлично. Хороший. Уехали. Пикает. Да ты олень тупорылый, блядь, хули ты пас так медленно подаешь? Пиздец, чуть не случился. Лёш, сегодня же день Патрика, короче, прикинь. О, у меня вискарь есть, надо набухаться. Только колы нет, вот в чем проблема. Блядь, а при чем здесь кола-то? Ты любишь виски с колы, что ли? Да. А чисто виски не можешь? Могу, почему? Ну, блин. Давай, давай. Ах, ты, пёсик, попасть не можешь. А виски с кофе можно пить? Попробуй. Вот только уже завтра. Можешь. Почему? Потому что я тут уже один бы употребил с кофе. Всю ночь спать не будешь? А хуй его знает. Ну пиздец, блядь! Нет, спаси, умоляю. Кори, сволочь. Да куда ты меч подаешь, гандон, блядь? Мне давай, пас! Мне! Толпоёб. На ножом. Я, в принципе, решил проблему с перезарядкой. Нож есть. Ну или пистолет на треугольничек. Раз. И все готово. Я снайпером играю, я в основном с пистолетом хожу. А-а-а. Винтовка, конечно, хорошая вещь, но в ближайшем бою это не помогает. А так.
Вы, ребят, не переживайте, что я сморкаюсь, все-таки болею. Чувствую себя не очень хорошо, даже в таком состоянии даже на работу не пошел сегодня. Таблетки лечусь. Ах ты. Сундучок. Клёвно, сука! Четверо еще. А где вы, а? Вратарь у нас нормальный, блядь. Фамилия Блэкман? К тому же он и негр еще. Блэкман. Твой не Бэтмен, да? Блэкман, блядь. Пизда, рулю, не дают забить. Растяжка, блядь. Сука, за саратскую Мордовию играет лучше, чем, блядь, за вашу ёбаную английскую команду, нахуй. Да пиздец! Дай пас, блядь! Я вот не знаю, вот для Ютуба можно материться или нет? Можно, но деньги за это платить не будут. Так что пик и мат. Да пиздец уже поворотом. Ой, ёбаный в рот, а. Боритесь, сволочи. Вообще, Лёша, ты же проходил Бога войны, какой враг тебе больше всего не нравится? Зевс, сука. А из этих монстров? Из этих монстров гаргульи не нравятся, так как они сверху гарпии, могут что-нибудь кинуть. А? Гарпии, гаргульи это каменные. Ну гарпии, блядь. Гаргульи. Гаргульи, гарпии, какая нахуй разница, оба летают. Я уже по десяток уже убил летучие твари этих. Вот попади в эту крысу-то, а? Да вы, ёб твою мать, забить то штрафного не можете, ёб твою мать. Дай угловой, пожалуйста. Дай угловой мне. Но! Крысу. Хуё в тачку! Блять, не забил. Ты я еще и с офсайда хотел пиздануть, ёб твою мать. Блять. Да ползи ты, какой-то. Косорука, свинья, забил 1-0, блядь, нихуя себе, родил, блядь, 82 минута, сука. Лёш, у тебя получился бы хороший комментатор, блядь, на футбольном поле. Столько эмоций. Футбол для взрослых. Хедшот, сука. Блять, опять пикает, вон она. Держите оборону, сволочи!
судьи подземного мира. Перехват, пизда, рулю, не попал, меня защитник задержал, гандон, ёбан. Бабы удар поддал. Блять. Думаю, взять секретку или потом взять. Ладно, хуй с ней. Так, постараюсь справиться. Испытание 1. Приговоренный. Заблудшие души снедает страх. Им никуда, им некуда бежать от своих грехов. Среди все заблудшие души и тех, кто определяет их судьбу. Они, блядь, грешники. Тактика очень простая, просто подходим и вырываем эти руки. А где же наши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать, да? 1-0 выиграли. Сказка оружия. Спецназ. А вот пошел. Плюс 5. Ну, вроде это испытание уже прошло. Испытание 2. Потеряны. Зачем несчастные души вернуты в царство и да ищут спасения, если они обречены на вечные муки? Сразите из китайской души, прежде чем они присоединятся к войску Аида. Такой и бычок. Минотавр. Сейчас пойду. Хорошо. А пока рогатого на место поставлю. Такого решил, да, бодать? Опа. Я получил по рогам. Сюда. Любишь в рот брать, а? Точно любишь. О, еще один. Что, друга потерял? Ой. Ох, как отлично справляюсь. К стоматологу можешь больше не обращаться. О, почти 4000, да? Можно так и прокачаться. На второго уровня. Смерч хаоса. Половина квадратика. Испытание 3. Избранный.
Чтобы войти в врата Элизиума, потребуется не только сила и выносливость. Предстаньте перед судом и докажите, что достойны. Уничтожьте всех своих... Все на своем пути. Мадам, с вами не будем танцевать. В чем прикол, если меня эта Горгона, блин, обратит в камень, эти пидры гарпии меня ёбнут сверху, я могу погибнуть очень быстро. Независимо от какого-нибудь здоровья. Че, Серёг, как радуга-то? Да нормально. Хорошо. Прямо жестко тут мочило. На тебе, сволочь. Да, правда, неплохо так разыгрался. Пойду за наградой. Один готов. Второй готов. Жертва принята. Улучшение здоровья. Плюс один. Блять, как меня достал, сука! Там все равно снова убили. Да не блять, это пиздец какой-то. Растяжку не заметил. Пиздец. Заряжает он баран, блять. Купил себе. Играть нихуя не умеет. Твич. За дверки ждет судьба. Что, смс к мне? Тут пойдет на кого пятый. Накопление будет опять повышать. Тихо, смс-ок. Один уже готов. Я снова готов. Ну там, друзья, идите-то на ограбление. Походу кто-то, блин, коллективное сообщество кинули, блин. Что мне приходит сообщение не только от моих друзей. Будь здоров. Спасибо. Спасибо, не булькает. Спасибо, в карман не положишь, да? Гони золотую монетку. Давайте поближе подходите. Долбоёбы. Вовремя сказал. Долбоёбы. Втроём не могут двоих убить. Это пиздец какой-то.
Я думал, я хуёвый игрок, блядь, в радуге. Оказывается, нет. Похоже, меня еще есть. Нет, Серёг, ты один из лучших игроков среди нашей компании. Так вы в радугу толком и не играете. Я один там. Можно сказать, в основном радуга, Бладборн. Вот у нас ветеран. Ну, что Бладборн какой-то легкий стал, пиздец. После радуги? Вообще. Да, кстати. Сколько играю? Надо Dark Souls покупать. Вроде, а знаете, в Денесе это Dark Souls третье издание года уже продается. Со всеми там. Ну, аккаунт за 2200 могу купить там 5 игр. Чайно! Ну, черники. Фу, это смело. А прикинь, ты покупаешь ты аккаунт, и завтра же твою сотку покупают. Так я ее уже не продаю. А, уже все? Да, уже там разобрались с долгами, можно сказать. Блять, четверо человек, как вы не можете их найти, что ли? В другой корпус сходите, блять. Ребят, хватит по одному бегать. Ну вот он, смотри. Да вы мудаки, что ли, в угловой подойти. Да ну попади ты по нему! Ой, бля, ты смотри. Хорош, бля, забил, красавчик. Еще и друг друга убиваем. Че? Играешь в игрушки когда-то? Короче, вышел плакат в одной стране. Под заголовком, ну там плакат по богу войны, Кратос с сыном стоит и надпись. И переводится так, твой папа, мой папа лучше твоего. Или сильнее твоего. Потому что в этой стране в марте, 19 марта, будет исполняться как бы День Отца, поэтому такой плакат повесили. Не помню, какой... Ух, уж Серега жрется в этот день. С чего ты взял? У нас в России не празднуют День Отца. Хотя... Может и празднуют, но... Да, я это не стоит такой популярный праздник. Восьмого марта. Сука, блин. А, кстати, а 8 марта это не полностью международный женский день. Допустим, в Японии 8 марта это обычный день. Вот и все. Там они об этом празднике не знают. Поэтому не было в Соньке скидок. Ну то, что на 23 выпало, это случайно. Потому что во всем мире тоже не празднуют. Это 23 февраля, например, в Белоруссии. Не празднуют. Так, кем поиграть? Моего игрока травмировали, поэтому отдыхаю. А возьмем этот Бэт костюм 2008 года. А, сейчас Бэт новый? Погнали. А, у тебя же тоже Бэт, да? Сезон пропуска. Два месяца не играю.
Вот можно победить, тупо жать на одну кнопку, на нолик. Эти камикадзе ничего не сделают. Что-то мы, я уже играю полчаса, а как-то мы начали как-то активно общаться, в основном матерились, а сейчас что-то как-то уже все поспокойнее стало. Потому что у меня игрок травмирован, поэтому не матерюсь. Желаю, чтобы он поскорее поправился. Да не хочу чего-то вообще. С такими лоботрясами играть в команде, блин. Не могут голевую передачу сделать, не могут пас нормально отдать. Бьют, как тёлки. Английский футбол, вот он, как он на самом деле. Тут все, этот Димон, короче, играет в GTA-шку и предлагает за ограбление 300 тысяч. А там один пацан пишет, что мало, а он тут, типа, ну это же, это, не 20, не 25. Ёпта, блядь, все на это ограбление помешались-то. Я вообще жду от GTA это, обновление торговли оружием. Это, типа, в офисе опять? Нет. В офисе будет это, видимо, новое задание, допустим. Типа, будем продавать оружие или технику перепродавать. Ну, понятное дело. Тем самым зашибать себе бабло. О, какие тут люди пишут. Пацану предлагает 300 тысяч GTA Online, а тот его посылает. Вот сука, блядь, мажоры. Так, вот тут тайная комната есть. Опа, руки счастья просто. Оп. Чем больше серий, чем больше красных сфер. Такой вертолетик. Скажу. Не слышал ты. Иди, баба зовет. Иди. Серега покинул. Да. Ну, 5 тысяч, да, на дорогу. Ну да, 5 тысяч на дорогу. Ну, позвоню матери, знаю точно. А то ж нечего платить. Так, Пашка, разберемся. Не согласен, потому что мы рано лежу спать. Как деньги, то сразу к Юрию. Ну, то бы мне бы, да, бы так, хотя бы пятерочку подогнал бы. Просто так.
можешь. Тут тебе не место. Ну что, Лёш, про что будешь играть? А, я фифу играю. У меня уж все, этот остановился. Олигофренд. Вот пока его что-то на матч не выпускают. Да ёпкаш, блядь. Ну давай на одного это нечестно. Не надо сейчас услышать. Дай на яйца 85 лет. На тебе, козлина. На, раз, два, три по почкам. Раз, два, три по печени. Потерпи, браточек, и мы тебя подлечим. Так, ну здесь хп и почему. Ну, сень это сень. Когда-то он был хорошим человеком, ну, так казалось, наверное. Тоже знал. Лёш, а ты бы куда потратил свои 2 ляма, если они у тебя были бы? Зелень, рублей. В зелени. Бизнес бы вложил и купил все дом. Два ляма это где-то, в принципе, где-то 130 миллионов рублей. Ну, это же нормально. Хватит. Ну да. Хорошие деньги. Мог. Надо чуть-чуть погромче туда добавить звук, потому что тут не слышно. Меня не слышно? Нет, игровых персонажей. Я просто сделал звук потише, чтобы было слышно, ну, слышно речь. Ну и осталось субтитры. Да я уже понял. Да, Гефест тот еще засранец. Возьмем секретку. Оп, глазик. Почти 4000, осталось еще 3000 и уже будут клинки третьего уровня.
Но это мы продолжим в следующей части. Ну что, ребята, на этом мы будем заканчивать этот замечательный летсплей. Если вам понравилось видео, комментируйте, пожалуйста, ставьте лайки. Чем больше просмотров, чем чаще будут выходить ролики, я буду стараться, несмотря на то, что в каком я буду состоянии, буду просить друзей. Вот. С вами был Юра и Лёша. Чё, Лёш, будешь прощаться со зрителями? Всем пока. Да, пока-пока. До скорых встреч.